Всем привет, дорогие друзья, с вами Колян, и перед началом следующей серии небольшое объявление. Мы с Валерой снова решили провести мультиплеер с подписчиками. Пройдет он 25 или 26 декабря, в последние выходные перед Новым годом. Требования к игрокам все те же: лицензионная игра, качественная голосовая связь и интернет, и адекватное поведение. Если хотите присоединиться, переходите по ссылочке в описании на наш Discord-сервер и оставляйте заявочку. Кстати, сегодняшнюю серию можно использовать в качестве туториала по маневровой работе и движению на нашей карте. Так, это самое, ну переводи мне стрелки, чтобы я сейчас под состав заходил. Да. Смотри, разгружать будем тоже, наверное, по 6. Хорошо. Потому что, видишь, 12 мы рискуем не влезть на вытяжку. Че, можно мне на вытяжную уже заходить? Да, выходи на вытяжной путь. Народ, все же смотрели мультик «Зверополис»? Там есть мороженое. Как его делают? Я «Зверополис» не смотрел, я не шарю. Ну, в смысле, это, знаешь, это как раз отговорка, что типа я не шарю, как делают мороженое, потому что я не смотрел. Мороженое делают из молока, а в «Зверополисе» все животные. Ну и... Что, там коров, что ли, нету? Как раз коровы и есть. До меня дошло. Подожди, в смысле, нет, до меня не доходит. Просто ну смотри. Животные там как люди, да? Ну. Молоко делают из мороженого. Получается, молоко коровы делают там из мороженого? Как люди. Так, давай, Валер, переводи под состав. Ха! А мне интересно, я сейчас просто о другом задумался, а можно ли мне будет не вырезать это, но чтобы видео это самое, не будет ли проблем с видео, если я это не вырежу? Николай, осаживай. Ой, под состав заезжай. Ну, учитывая, что локомотив задом, осаживай это именно вагонами, да, я забыл. Простите, я вспомнил, не надо меня поправлять, я в последний момент вспомнил. Я теперь включаю таймер. Так а мы же хотели полный производственный цикл засечь. Ты уже проебали. Но я серию понарезаю, примерно длина серии примерно будет циклом. Тише. Да и дрова ввозишь. Ой. Да! Действительно! Шестерка там отцеплена, уже могу трогаться. Чуть-чуть вперед проедь. Все, вытягивайся на вытяжку. Да он у меня что-то тяжело как-то трогается, даже с шестеркой. Да, да. Там ручники-то у меня все отпущены. Да. Точно? Встань, проверь сам тогда. Тебе сказали ехать на вытяжку. Да ладно, верю. Просто у меня бывает, что я забываю ручники отпустить. Молодец. Типа, с кем не бывает. Колян, остановка. Осаживаем вагоны на выгрузку. Куда вперед покатился? Тут уклона не должно быть. Интересно, подожди, слушай, а как, насколько давно я вообще портером не управлял? Нет, я именно вот, реально, вот ты помнишь, как давно я вообще за портером последний раз сидел? Что такое портер? Да, вот именно. Не, просто как Дима на маневры засел, так всегда он и был. Даже и на мультиплеере, и везде, и вся. А тут у нас внезапно еще два портера появилось. Ревновать будет. Так вот как раз вот это был Димин портер. Он обиделся, что Дима теперь на другой портер ушел. Причем точно такой же, всего лишь с каким-то там прожектором. Один вагон еще подтягиваем. Нет.
Или HHTS1. Где там мой тапок? Осаживай вагон. Остановка. Ну ты себе будешь денежки в карман загрузкой класть, да? Угу. Давай, короче, пополам. Давай шестерку тебе, шестерку мне. Да я просто тебе присоединюсь, все. Просто. Так нет, я имел в виду, что ты шестерку. В кабине находишься, тебя нет, могут я типа я имел в виду, что типа шестер. В смысле, я в кабине нахожусь. В режиме F? Тогда, если ты Питмена так говоришь, то Питман говорил то, что в режиме F деньги не капают. А. Не, сейчас я имел в виду. Проверим. Нет, я имел в виду, типа, смотри, что эти 6 вагонов ты разгрузишь, не присоединяясь ко мне, а в свой карман. А другие 6 вагонов присоединишься ко мне, разгрузишь. Я вот это предлагал. Он тут неровно встал чуть-чуть. Поэтому. Стоп. И не говорил стоп. Я а спрашиваю. Теперь остановка. Я поэтому и спросил. Ты сейчас себе разгружаешь или мне? Тебе. Так Гена, ты ж не сказал, выйти мне или не выйти. У тебя, судя, сейчас нажми F, проверь, у тебя деньги увеличились или нет? Нет. Давай тогда мне будем сейчас пока. Так нет, давай тогда эти вагоны сейчас я просто вылазить буду при каждой разгрузке, а следующие чисто ты себе. Давай вылазь. Так подожди, уже не надо подъезжать, нет? Ну давай ты сейчас будешь слушать мои команды и выполнять, и не переспрашивать. Я спросил! Это будет экономить время. Я спросил я сказал, тебя. Вылазь. Значит, значит. Все, сказал, блядь, вылазь. Разгружай давай. Меньше я, дела, подожди, больше Юра, слов. Я сказал вылазить, значит, ты одним вагоном еще влез сюда. Значит, я могу разгрузить. Я так разгружай, блядь, кончай на меня бомбить. Я сейчас на тебя тоже побомбить могу. Сам меня провоцируешь. Вот проверяй сейчас. Я тебя сейчас как спровоцирую, блядь. Сейчас так спровоцирую. Да, вот добавились сейчас прибавились. Деньги. Да, добавились. На один вагон тяни. Ой, толкай. Толкать, а тот потом, да. Вперед в сторону вытяжки. Так вперед или назад, определись уже. Вперед в сторону вытяжки. Вперед. Да он у меня что-то хреново тянет. Поздравляю. Остановка. Вылазь. А я это самое, я от первого лица тогда буду маневрировать сейчас пока. Хорошо. Тогда не буду говорить вылазь. Эльдар, вылазь! Да вылазь, блядь! Осаживай на два вагона. Реально они как-то мощность спортера, такое ощущение, что подкрутили, что он реально вообще с трудом эти шестерку у меня двигает. Дим, ты тут? Да. А ты с какой тягой шестерки гонял вот в самое последнее остановка. Время? Остановка. Примерно не помнишь? Ну, нет. Давал тягу, пока не поедет. Не помнишь хотя бы больше половины или меньше? Осаживай. Потому что у меня он что-то вообще слабо тянет, мне с 50%. А я не через этот, я от первого лица всегда понял. Так от первого там же тоже в углу процент показывает. Я сразу сотку фигачил. А, найс. Остановка. Вперед за стрелку. Ага. Сейчас это залил. На вытяжку. Так на стрелку или на вытяжку, определись. Бля, доебаться захотел, да? Едь вперед. А у меня он что-то не едет. Валера, просто существует тепловозочная, бля, доебаться охота. Ты Валера первый начал. Я по делу начал. А ты сейчас просто... Я тоже по делу, вот как мне понять, на какую стрелку ехать, на стрелку или на вытяжку? Стрелок на станции много, стрелки и спереди, и сзади, и слева, и справа есть. Хорошо, составь вторая, пронумеруй, я тебе все скажу. Вот назло тебе возьму и сделаю это.
Вот и сделай. Я это самое, давай порожние вагоны на третий путь отгоняем. Да ладно. На всякий случай, мало ли. Потише. Нет. Остановка. Посаживай вагоны. Моя любимая фишка — сначала тронуться и только потом уже давать гудок. Сначала вбить, потом спрашивать. Да. Сначала пить, потом спрашивать. Потом пить, потом спрашивать, что произошло. Разгрузить 6 вагонов 10 минут. Округляем. Чё-то многовато. Тише. Там габарит, что ли, да, уже? Нет, там не габарит. Это дело с учетом трех вагонов поппера, которые будут прицеплены. Ну, в принципе, тоже верно. Че, стоп? Я не говорил еще. Ну, я спросил. Стоп, остановка. Вперед, но на вытяжку. Я свободен! Блин, не получилось резко рвануть. Я хотел, знаешь, я сразу тягу сотку дал, думал, сейчас резко так жить. Не, получается, уже я второй видос буду монтировать этими теми же маневрами, по факту, потому что другие видосы не получались. Так, а что-то эти по второму разу зачем? Да я останавливаюсь. Поехали под состав. Ко мне в гости решил зайти, да? Главный минус GeForce Experience — то, что нельзя записывать какое-то выбранное окно. Он записывает сразу экран. Из-за этого... браузер, наверное. Да, я не могу сейчас... А там можно, выбрать запись полноэкранного или запись рабочего стола. У меня иногда с ним, знаешь, у меня вот иногда с парой игр Цепляемся. Бывал такой баг, что... Он у меня не видел игру в качестве полноэкранного приложения и записывал как раз рабочий стол, а не игру. Нет, нет, компания. У меня такой баг бывал, и иногда, знаешь, иногда у меня висела активация Windows, и вот когда он записывал не окно, а экран, то у меня как раз активация Windows висела. А когда типа именно окно игры записывал, тогда... Вперед нет. На вытяжку. Ага. Так, блин, стоп, а у меня water level 0. Блядь! Давление падает. А, или нет, подожди, давление зависло. 52,81 зависло, это самое не... А подожди, а у меня, может, все время воды не было, может, поэтому так слабо тянул? Какое давление номинальное у портера?
120 или 100 с чем-то. 150. У меня давление 50. 120, да, остановка типа. У меня 52,5, и оно не уменьшается. То есть оно так и стоит 52,5. Потому что ты сейчас, небось, регулятор на 0 поставил, да? То есть воз... пару некуда деваться. По факту. А вот, об этом... а вот об этом я что-то не подумал. Ну давай, сажу вагоны. Как? Но я тягу 100 дал. Дай бог здоровья. Еще один таймлапс пробью? Нет, оставь на месте, сейчас я буду его этим мугулем вытаскивать. Он не принимает никого, кроме меня. Да. Только я почему-то с ним нормально как-то работал. А я нет. Хоть и не Дима. А я нет. Ну, как говорится, плохому танцору и кое-что мешает. Знаешь что? Ой. Я тебе сейчас так станцую. Смотри, чтоб не отвалилось. Нечем отвалить. Я тебе сейчас так станцую, что потом ты танцевать не сможешь. Потише едь. Потише? А, типа звук снизить, да? Остановка. Вылазь. Так, а, мне будем? Окей, давай. Осаживаем. Остановка. Я такой думаю, Власть. Чё-то не тянет паровоз. Так я это, я от первого лица, короче, протягиваю, протаскиваю тогда. Я думаю, чё-то он меня с трудом вагоны тянет, а у меня давление, блядь, всё меньше и меньше. Это будет самая косячинговая серия просто. Посажу. Серия говна. Серия багов и косяков просто. Остановка. Посажу. Остановка. Вперед на вытяжку. Ага. Смотри, хопперы маневровым будем загружать или это самое, или мугулем. Маневровым. Окей. Но эти хопперы нам лучше. Хопперы я нам. Я знаю, я буду обгоняться. Ага. Не переживай. Я просто на всякий случай. Я не переживаю, ты тоже не переживай. Тише. Остановка. Осаживай вагоны. Thank you.
Потише. Остановка. Остановка. Так я остановился. Все. Отцепляйся и вперед на вытяжку. Ты хочешь типа портера обернуть с хопперами? Да. Так а не проще магистральным просто с погрузочного пути забрать и прицепить к этим? Если хочешь так, то делай так. Давай так. Просто иногда ты прям топишь за маневр маневровым, поэтому... Ну я не топлю прямо за это самое. Я топлю, чтобы там, где магистральным не пройти, маневровый работал. А здесь как раз магистральный их может просто хопперы забрать именно с погрузочного. Тогда замечательно. Цепляйся, едь на вытяжку, тебе приведу стрелку, ты зайдешь в депо. Там поставишь, сядешь в моголь. Я думал, это вагоны покатились, дядь. Все сказал. Ну. Вагоны стоят, стоят. У меня они покатились, когда я их отцепил. Ну, конечно, потому что, может, сцепка сжалась. Может, у нас какой-то уклон есть на станции? У меня нет трасс станции, чтобы посмотреть, где уклон, на каком километре, каком пике. Так я-то ее строил, ровно все было. В том-то и дело, что я знаю, что уклона на ней нет. Прикладывал только метровый желтый, так, ровно, так, следующий. Так и делал, да. Хорошо, замечательно. Валер, там это, на хвосте цепочку проверь, она у меня что-то это баганулась. Ой. Цепочки нет. Все, зашибись. Теперь. Да я на депо здесь тогда сам уж переведусь. Я уже побежал. Колян, остановка. Я заметил. Сложно такую остановку не заметить. Ну, надо на всякий случай предупредить. Ну, это правильно. Ты предупредил, я тебе ответил, что да, я вижу. Хорошо. Все, не нервничай. Я типа имел в виду, что можно было бы маневровым вагоны загрузить, а могулем именно забрать из-под погрузки. Можно и могулем загрузить. Тут уже как бы. Тут как раз вопрос, насколько сильно топить за маневры. Когда будешь готов к маневрам на могуле, скажи. Ну я еще хочу сделать. Сейчас я знаю, что. Я по жизни готов к маневрам. Так, пока не отправляйся, ну, сейчас нужно так сохранить. Я и не отправлюсь, пока не растоплюсь. Просто я хочу заснить именно вот эту часть. Колян, поправь микрофон. Спасибо. Лучше стало? Нет. В смысле нет? В прямом смысле. Лучше не стало. А теперь? Вот теперь да. Короче, просто покрутить его не вариант, надо передергивать. Так, ну у меня давление в принципе есть, могу двигаться. Дим, снимаем? Да. Ну давай с назад за входную стрелку. Воды еще здесь воды еще хватает.
вперед, под состав, на второй путь. О, можно так еще делать, вообще прикольно. Назад за входную стрелку. Ага. Толян, остановка. Уже. Осади, я мысли твои прочитал. И походу хуёво прочитал, да? Да, не надо читать мои мысли, надо следовать командам. А прикинь, если бы наши маски были только экстрасенсы. Они, короче, просто бы типа сидели молча все и не катали. На самом деле выглядело бы жутковато. Осаживаю. Подожди, не осаживаю, что-то у меня не застряли. Знаете, сколько у нас железной руды? Сколько? 29. Ну хоть не 24. А у меня проблема, у меня что-то паровоз застрял. Двадцать девять как раз это самые практически полные три вагона. Вот мне непонятно, почему один вагон не загрузился. Ну, не напомнилось. Косячно, видимо, встал кто-то. Смотри сейчас, как мне вставать. Потише едь. Я уже. Остановка. Остановился. Так, что мне вылезти, посмотреть это самое, сколько грузится, или Дима сделает? Я сделаю. Так ты, тебе надо одновременно и грузить, и смотреть. Или ты типа по шарикам смотришь? Просто типа если перегрузить, оно мимо просыпаться будет. Двигаться нет. Осаживай на один вагон. Тише. Остановка. У меня что-то это не схватилось. Один шарик выпал. Второй шарик выпал. Третий шарик выпал. Пятый. Шестой. А, нет, обсчитался, да? Седьмой.
Блин, у меня, знаешь, у меня хоппер. У меня хоппер наполняется с такой задержкой. У меня вот только сейчас он до сих пор наполняется, кучка в нем. Остановка. Че, обратно мне порулить или ты сядешь? Давай я. Или обратно уже не поедем, уже расходимся здесь. Ну, я могу еще минут 20-30. Думаю, как раз это спуститься. Нам просто последние два шага остались, чтобы железо вывести. Но за 20-30 мы, наверное, не успеем. Тут, наверное, часик нужен будет. Ты как, на часик нет? Отойдем. Ну, что, тогда доедем до депо с железом, да? Наверное. Давай. Что-то у тебя голос такой, что ты уже опечален сильно. Ну, Валера устал. А кто не устанет? У Валера и пары сегодня были, и он катался со мной в химке, и еще играть. Ой, ё-моё. Валера сам играть предложил. Ну, и что? Это же не значит, что он этого не хотел. Валер. Что? Ты хотел играть? Он нет, я просто так всех собрал. Он же не мазохист, что? Ну, я... Маш пока... Хотя нет, Маш. Когда у нас остановка? Угу. Блин, слушай, я хочу, знаешь, какой момент снять? Вот когда вот на таймлапс... Хотя нет, это фигня, это не таймлапс. Осаживай вагоны под состав на третий занятый путь. Угу, понял, принял. Да что ж такое-то? Я подумал, у меня опять паровоз застрял. Тише. Остановка. Ты сильно стукнулся? Нет, вообще прекрасно. Валера заранее сказал, Валера шарит. Чуть-чуть назад толкни, проверим на сцепку. Вроде остановка. Тянемся. Так, я сейчас дров докину. Я тогда буду с конца записывать таймлапс, короче. Постараюсь сделать. Я могу тут попробовать записать таймлапс, потому что у меня прорисовка максимальная. Нет. На вид состава. Я просто думаю, я не знаю, меня... мы сейчас прицеплялись, смотреть, у меня что-то паровоз это. Начал подпинговываться, я на самом деле думаю, может имеет смысл тебе, Валер, все-таки как хосту поехать. Хорошо. Я вот не знаю. Или рискнем. Лучше не надо. Че, кто поедет? Я тогда. Давай, тогда тебе освобождаю кабину, я тебе дровишек подкинул. Да, я тогда у тебя кочегаром буду, или Дима будет... Дим, ты будешь с хвоста, или как? С хвоста, да. Тогда я это самое, тогда я здесь в тендере буду тебе подкидывать. Да, это все готово к отправлению. Пересоединяйся. Да, езжайте, я сниму.
Ну, останавливайся в габарите. Я увидел тебя, увидел. Это с физикой все такие, я сейчас резко остановился, вагон чуть не выдавило. Так прикольно, такой подскочил на тележку. Все, паровоз можешь парковать в депо. Дима тебе может помочь, я пока сейчас вагоны позакрепляю. И, кстати, сейвнись. Хорошо, родной. Спасибо. За 20 минут доехали где-то. Валер, что будем делать с вагонами? Нам сейчас надо забрать порожняк под доски, порожняк под поленья и при этом еще груженные со сталью. Попробуем все вместе взять. Мне портер заводить, да? Да, тогда, тогда заводи портер. Сначала отцепляй хопперы под загрузку. Под разгрузку, точнее. Да, блядь. У меня эта топка просто топка для этих каких-то приколов. Фу, а куда Валера-то едет? А, он на соседний паркуется. Фух. Я уж испугался. Валер, ты пока можешь тогда Эврику растапливать, но тоже не торопись, у нас сейчас маневры долгие будут. Так, Дим, там одну стрелку в на вытяжке ты переведешь под себя. Опять. Я пока там все это прогружу. Я просто хочу посмотреть. Да, смотри, у нас продукт уже появился. Потому что мы в прошлый раз три вагона привозили. Так. 24 рельсов и 24 стальных листов. Так. А сколько я там писал вагонов у нас? Вылетел. Ты? Понятно. Я когда это... Ты сохранился после того, как я вылетел, Валер? Нет. Подожди, а ты сохранился, когда я тебе сказал, когда прибыли? Да. Фуф. Пронесло. Когда я захожу после того, как ты сейвишься, короче, вылетает в любом случае даже хост. Уезжаю, я вижу депо. Да, выезжай, только стрелки пока сам попереводи, тебе надо хопперы забрать. Там тебе, по-моему, одна стрелка только нужна. Валера уже разворачивает Эврику, а я пока, наверное, начну загружать вагоны. Так, значит, три вагона сталью загружаем и два вагона рельсами. Вот, ребята, у нас продукт уже приготовился, мы в прошлой серии сюда немножко руды привезли. Поэтому, как бы, когда мы поленья в предыдущей серии мы поленья привезли сюда, у нас уже продукт пошел готовиться. Вот. Поэтому у нас здесь уже как раз мы сюда приехали, сразу можно и разгрузиться, и загрузиться. Вот такая красота. Ну, а что не работает кран? А что кран не работает? Потому что у игроков может слетать анимация. Да в том... А. Так я думал, хотя бы звук будет. Ну, хоть как-то же я должен понять, что работает кран. Только поможет, посмотришь, когда вагон груз заспавнится. Вот и все. А я... У меня так камера стояла, что я вагон-то не видел. Причем у меня первые два раза анимация была нормально, а потом... Я подумал, типа, мало ли, может, кран сломался. Бывает такое.
А, стоп. Так, надеюсь, я это не в холостую сейчас загрузил. Подожди, сталь 3, 3. 3 же 3, 9. А, правильно. А здесь... Стоп. А чё я неправильно посчитал? Подожди, а я чё, неправильно посчитал, что ли? У меня сказано 2 вагона рельсы, 3 сталь. Так у тебя рельсы не загружены, что в рельсы 10 не срезает. Так в один вагон 10, а стали тогда должно быть. У нас разбаланс получается, 2 по 10 и... Почему у меня тогда 2 под рельсы, а не один? Ну, так получилось. Ну, смотри, сколько вагонов можем пока что... Да, тогда надо еще это самое, тогда надо будет... Давай, да, знаешь что, давай 5 платформ откусим и запаркуем. Я вот еще сразу об этом подумал, пока мы, ну, не одновременно у нас все поезда, вот сегодняшняя поездка, я думаю, давай, чтобы не слишком длинный состав не возить. А, Дим, ты уже прицепил, да? А, давай я тебя сейчас отцеплю и под загрузку отправлю. Дим, потом надо будет 5 вагонов отцепить и отогнать на какой-нибудь свободный путь. Ну, хоть на соседний. Так. Давай я тогда отцепляю. Так, хоппер отцепил, сейчас ручники. А, ручники сняты. Или не сняты? Валер, проверь, сняты ручники, нет? Он, пока Валера шел сюда, я уже передернул их. Валера, сейчас это сманеврируешь Диму пока под разгрузку, а я дальше догружу там то, что осталось. Ага. Давай. Чё-то странно, я вроде считал, там, по-моему, у меня было написано, что сталь в вагоны больше грузится. У меня вроде было написано, что в вагоны сталь больше трёх грузится. Чё-то странные дела. Так. А тогда получается, если один вагон стали у нас 10, ой, вагон рельсов 10, тогда надо еще 3 вагона, тогда стали надо 6 вагонов. Обсаживаем. Тогда надо будет 3 платформы еще сюда подогнать к стали под загрузку. Тут написано железная руда 3 штуки. В смысле 3 штуки? Ну, из какого-то определенного количества делается только. Не хватает. А, в смысле на складе 3 штуки, что ли? Да. А, это ладно. Не, а железной руды у нас просто на складе больше, чем поленьев. Мы поленьев-то сейчас только 3 вагона привезли, а железной руды мы до этого привозили уже. Так, получается, надо не 3 вагона стали, а 6. А у меня что-то вроде было написано, что в один вагон 6 стали идет, а не 3. Дим, стой. Колян, я на твой счет кидаю. Чего? Деньги на твой счет кидаю. А. Для просто на тот случай, если ты вдруг в каком-то паровозе. Да, хорошо, зашибись. Проверяй. Да-да-да, деньги есть. Так. Хопперы тогда сейчас, когда разгрузите, бросайте прямо тут. На разгрузочных путях? Да. Или массажами. Да, сейчас. Здесь, кстати, можно сейчас 2 загнать. А, у меня и кучка руды, что ли, здесь не отображается, когда... Она еще плоская. Не, у меня ее вообще нету, не видно.
А этот я разгружу. Да, у меня просто кучка не отображается вообще. Так, все, бросайте тогда здесь вагоны. Так, и смотрите, тогда сейчас сначала... Вперед на вытяжку, Дим. Так, сейчас тогда возьмете вот эти для поленьев вагоны. Три штуки. Валер, давай лучше ты сцепишь, а я переведу стрелку. Беги по одному. Беги по одному. Давай ты сцеплять, я стрелки переводить. Ладно. Еще, кстати, сейчас Дима, когда тебе потом вытяжку освободит, ты можешь на Эврике обогнаться и прицепить остаток от тех вагонов. И надо будет потом зацепить то, что на погрузке стоит. Я пока маршрут подготовлю. Я ничего не понял. Ладно. Ну, я тебе объясню. Что там палк? Палк? Что за палк? Осаживаем. Какая палка? А, ты здесь оставил? Понял, там все, извиняюсь. Я просто подумал. Так, я сейчас попробую свернуть икру. Вперед. Остановка. Далеко укатились. Mm. О! Вот и у меня тоже кусок рельсов не отображается. Найс. Толкай, сцепляйся. И смотри, Валер, надо сейчас три платформы отцепить. Хорошо. Так, я сейчас их передерну и А, ну или смотри, это самое. Вот, да, вот отсюда. Три платформы отцепи и передерни сцепки. Ух ты. Они аж друг к другу потянулись. Это я, потому что его отпустил ручники. Да, я понял. Так, сейчас сцепишь и с этими шестью вагонами выгоняй Диму в вытяжку. Я сейчас стрелки переведу ему на загрузку. Выгоняй Диму? Дим! На вытяжку, на вытяжку. Нормально же вроде общались. Пошел вон на вытяжку, так что ли? Зачем не любя? Не знаю. Ну, чё стоим? На вытяжку. Ты же уже чё стоим? Тормоза отпускали долго просто. Тормоза на магистрали что-то продут. И чё? Холодно. На паровозе, на котором нету пневмотормозов. А если представить, то всё. Да, есть. Заехал, остановочка. Так, Дим, тогда сейчас закатывайся под состав. Валер, а ты можешь сейчас взять Эврику, обогнаться да. И прицепиться к тем оставшимся вагонам. Только смотри, 5 вагонов надо будет оставить на соседнем пути. То есть тоже немножко Эврикой поманеврируешь. Просто этот длинный путь... Какие 5 вагонов оставить на соседнем пути? Смотри, на самом длинном пути те вагоны порожней, которые мы привезли, вот у тебя остаток от двенашки, тебе их надо взять, от них 5 вагонов загнать на соседний путь и на нем отцепить. Просто я этот хочу освободить под прибытие. 5 вагонов поставим, компенсируем, которые здесь стояли под загрузкой. А, или... Нет, стой, слушай, я передумал. Забирай все вагоны, потом рядом с этой загрузкой отцепим. Просим.
Короче, пока растапливай Эврику, обгоняйся и прицепляй те вагоны, которые на длинном пути стоят порожнее. Дим, ты там едешь? Я стою. Никто, команда не дала. Я тебе сказал, заезжай под состав. Я же тебе сказал. Ничего ты мне не говорил. Я тебе сказал... Все, ты ничего. Ну кто тебе сказал? Сюда вот надо, ну, вот сюда на видео сказал, надо повтор просто поставить. Школу. Так, Дим, тогда сейчас закатывайся под состав. Валер, а ты можешь сейчас взять Эврику? Не ехать надо. Толкай вагоны. Нет. Так как я сплю на половину, Колян, просто говорю вперед, назад, зацепиться, расцепиться. Так что мне... Я не могу одновременно в двух разных парках стрелки переводить. Ну чьи проблемы. Смотри, Валер, сейчас Дима проедет, переведи стрелку и заезжай на вытяжку. Не надо так свистеть, денег не будет. Сам пошел переводить. Да хорош гудеть, у меня это громко, сейчас соседи опять по батарее ебашить начнут. У меня там какой-то долбоёб, блядь, поселился, он, блядь, по поводу и без, блядь, хуярит. А я дурак, пацаны, знаете почему? Потому что я сильно сцепился, я так плохо. Я, короче, стукнулся сильно. Я думаю, что-то как-то стукнулось обо что-то, а такое обо так, что. Ну давай я сначала эти вагоны загружу, потом тебе надо будет немножко откатиться, потому что я тебе петельку воткнуть не успел. Ну да. Я там думаю, что-то такое. Валер, ты тогда смотри, сейчас с вытяжки по свободному пути обгонись и прицепи вот те порожние вагоны, которые там стоят на боковом. Как это стать, хоть выглядит рух, так прикольно. Это стальные листы, а там еще рельсы, два вагона. Листы не похожи. Похожи больше на балки такие. Ну, не листы, а этот, как его, профиль, стальной профиль, вот. Да. Это рельс. Так, здесь его 9 осталось. Здесь 4. Так. Теперь чуть-чуть откатись, чтобы я тебя сцепить смог. Понял. Сейчас. Капец, он толбасит. Так. Давай, отъезжай. Не, все хорошо, достаточно. Ну-ка, здесь петелька не всунется? Нет, не всунется. Давай ты сам прицепляйся. Все? Да, зашибись. Так. Ну давай сначала протащи один вагон, надо еще сталью загрузить. Протащить на тебя, да? Нет, ну, тащи. Не толкай, а тяни. Так понятнее? Сейчас я ручники еще проверю. Туго идет, туго. Ну, все, ручники я поотпускал. А, нет, не все. Валер, скажешь, когда прицепишься, я тебе тоже задание дам. Стой. Дим, стой. Ну, все, так все, я остановился. Все, да. все увидел. Сжиматься. Да мне непривычно с такими длинными составами, понимаешь? Я привык там, что мы по шесть вагонов грузим, а тут прям составы длинные пошли. Контент пошел. Привыкай. А мне вот непривычно, понимаешь? Понимаешь? Так, что, упадет груз, не упадет? А, понятно.
Видишь, тут анимация экрана-то заканчивается не в тот момент, когда груз падает, а немножко позже. Блять. Чё такое? Сука. Чё такое? Сука, X2. Вагоны рассыпились. Так я же тебе говорил, передернуть сцепки надо. Дим, толкай теперь. Давай, родной, толкай. Как будто рыгнул. С хрустом идет. Блин, я вот правда хреново сделал, нам сейчас надо будет еще Эврикой поманеврировать. Дим, останавливайся. Все ручники зажму тогда. Валер, как там у тебя дела? Валер? Если не могу, прицепляю. А, окей. И тогда вытаскивай их за входную стрелку на перегонный путь. Хорошо. Так. Теперь, Дима, сейчас я тебя отцеплю, оттащишь за ближайшую стрелку. За вторую ближайшую. Так. Оттаскивай. А, ну да, за ближайшую стрелку оттаскивай. Слушай, не за ближайшую, еще за следующую оттащи, чтобы нам другой путь занять. Останавливайся. Так, толкай. Все, бросай, останавливайся. Так, сейчас тоже их все закреплю. Так. Все, теперь загоняй Портера в депо. Туда же, на тот же путь, где я до этого парковал. Так, Валер, ты там заехал уже, нет? Да, заехал, думаю. Проверь. Сейчас я бегу к тебе. Нет, не заехал. А, ну протаскивай еще сколько надо, я сейчас к тебе прибегу, сделаю то, что надо. Так, ага, здесь хорошо.
Чё, я в лес? Да, заехал, останавливайся. Да, без гудков, реально, а то громко. Толкай назад, стрелки по маршруту перевел. Останавливай. Так. Если я не ошибся, то их 5. Да, 5. Так. А, ладно, похер, с петлями разберемся. Вытягивай обратно. А, еще сейвнись сейчас, сейвнись обязательно. Вот за эту стрелку, которую проезжаешь, заезжай, я тебя остановлю. Рано, я не остановил. Вот теперь стой. Так, давай прицепляемся, толкай. Поаккуратнее, поаккуратнее. Толкай, толкай. Сейчас я прицеплю. Не дотолкал. Так, что-то он... смотри, отъедь и сам проверь петельки, потому что... Я вроде отцеплял так, чтобы петелька была, но она не хочет. Да-да, махнемся, я сейчас порулю, просто чтобы ты сцеплять и расцеплять мог. А получится без петелек? Без петелек это невозможно сделать. Точка. Ну, На перегоне ты поедешь. Давай, саживай. Не-не, подожди, ты сцепил те три вагона? А, саживай, да-да-да. Да, я дошло, дошло, все, не бомби. Кто там бутылкой бубумкает? Остановка. Никто. Так, смотри, теперь отцепил локомотив. Вагон и наручник. А ну можешь только крайние. Ну или давай лучше для верности все, а то сейчас что-то вылетает часто. И проверь соседние 5 вагонов порожних. Я их зажал наручники, но лучше проверь на всякий случай.
А мы их не будем сейчас цеплять к этим? Нет, вот эти 5 мы оставляем вместо тех, что загрузили сталью. Так, там у нас что Эврику получается? 6 плюс 2, 8, и здесь 4, да, все правильно. Эврику отцепил, да? Так, тогда сейчас я, смотри, выйду за входную стрелку, и ты меня переведи под вагоны со сталью. Замечательно. Так, чё я не трогаюсь-то? Чё-то иногда паровоз просто берет, застревает. У нас... Что? Тендер был на ручнике. А зачем ты его зажал? Подкинь Мы дровишек, когда подкинь дровишек. Подкинь дровишек, пожалуйста. Подкинь, подкинь, пожалуйста. Пожалуйста, подкинь. У меня не... А, вот, все. Да, спасибочки. Все, все, Валер, сейчас сцепимся, доедем, разгрузимся и все, и закончим, и пойдешь спать. Остановку. Угу. Так, сажу. Под сталь там готов, да? Что он трогается как-то с трудом? А, ну он еще сейчас теперь будет у меня обратно пар восстанавливать. Долго будет, а нет, вода разогревается уже. Вы проверяли между вагонами, все нормально сцеплено? Да, проверяли. Остановка. Угу. Чуть-чуть вперед, проверка на сцепку. Сейчас. Стою, не могу сдвинуться. А, ну пара нет пока. Нормально. Сейчас вода нагреется. Почти держит. Так, смотри, сейчас, когда заеду, переводи вот под те вагоны, от которых локомотив отцепляли. Это просто, чтобы нам их потом... Хвост? Что? Еще раз. Вот повтори. Которые на соседнем пути, не по которым ты прыгаешь, а соседние. Вот под них меня, это самое, переводи потом стрелку. Которые, типа, под Полинье еще? Да, где еще под Полинье. Я просто, видишь, я это сделал, чтобы нам потом порожние вагоны сбросить на лесопилке и в депо уже только груженые везти. А почему раз, два, три, четыре? Потому что тут 8. Понял. Что ты сделал? Такое волшебство. Но видишь, я что-то у меня было написано, что по 6 единиц стали грузиться в вагоны. Может, с обновлением что-то поменяли, не знаю. В результате я неправильное количество вагонов закупил. Либо реально, когда закупили, было то, а сейчас поменяли, не знаю. Надо легко проверить в тех методичках, которые там скидывались. Да-да-да, вот я в них и буду проверять, смотреть. Ну, в крайнем случае, пересчитаю это самое, вот... железо буду считать. Скажи там, когда заехал, не заехал. Остановка. Так, да блять. Я уже тоже походу стоп. Спать начинаю, мне не ловится. Готово, да, уже назад можно, да? Да. Заебись.
Все, сейчас тогда эти вагоны прицепляем. Тогда да. Че, по перегону, тогда ты, наверное, поедешь, давай. Ну, без разницы. Да, это Дим, ты в хвосте или кочегаром? Спать в карте на верхней полочке. В боковушке. У нас такого нету. Тогда пропусти меня вниз. Давай, у нас последние шаги, все, сейчас до депо доедем, разгрузимся и все. И цепочка готова. Дальше, пока я все серии не выложу до мультиплеера, можно просто кататься, фармить по любым линиям. Ай! Чего так сильно прицепились-то? Там мне не сказали ни тише, ни остановка. А я тебе говорю... А, я говорю тебе. Блин, чего ты так сильно Ты мне не не говорил просишь? ничего. Так ты мне не сказал, я не видел. Ну ты чего прям так сильно? Я просто пошел поручники проверять. Так ты мне не сказал Вот. ни тише, ни остановка. Я и ехал себе. В последний, когда увидел, что сейчас долбанемся, уже поздно было. А Дима, а ты что не сказал тогда? Я мемчики смотрю. Молодец, сумочка, стой. Палыч. Встал. Пипец, я испугался. Такой стоит звук, типа, знаешь, резкий вагон, типа. Так чё, кто на хвосте, кто на тендере? Я. Тогда я в тендере. Валер, ты тогда за штурвал. Ну реально, тут еще влезло бы, ну по крайней мере, не знаю, ну одна бы точно влезла. Что-то здесь как-то... По-моему, тут реально поменяли загрузку. По-моему, тут реально что-то не так сделали. Так, Валер, пересейвнись. Ой, я нашел тот видос, где Валера первый раз становится ютубером. Хы. Так, ну что, все готовы? Дима на хвосте, я тогда Да, в все тендер иду. готовы. Сейчас я в тендер залезу и готовы. Ручники проверяли, отпущены все. Да. Все, сейчас добегу. Справка о тормозах У45 положенного. Предупреждение 200. 252 у тебя там? Прочитал? Все, можем Нормально? ехать. Кочегар на тендере. Хорошо. Так, смотри, Валер, сейчас остановись на станционном пути, сбросим порожние вагоны. Так, я сейчас спрыгну, посмотрю, чтобы хвост в габарите зашел. Останавливайся. Так, я опять же на всех вагонах. Дим, тебе сейчас надо будет на другой вагон перейти.
Давайте сейчас отзовем. Было бы смешно, если бы ты не сказал, короче, стоял. Да. Мужики, а что стоим? А мы уже в депо уехали. Да. Так. Так. Все, Олег, сейчас добегу до тебя и смотри, это самое в горловине, надо будет замедлиться, чтобы я вперед убежал с стрелкой. А, подожди, я еще здесь на отправлении стрелки. Сделал уже. Все, тогда поехали до депо. Дрова подкинь. Нет. Так, давай это самое. Вот такую скорость держи, я сейчас вперед убегу. Заболела, сука. Валера передает петербургским соседам привет. Все, хорош, хорош. Хорош, говорю. У меня кактусы растут, надо такой дикий капец. Кактусы, да? Я сейчас про кактус. Кактус. Я просто сейчас смотрю в окно и не знаю. Кактусы. Кактус. Вы когда-нибудь пробовали кусать кактус? У меня сейчас непреодолимое желание есть. Я ел кактус, когда на Кипре был. Ну, без иголок, наверное. Ну да, без иголок. А с иголок не пробовал? Да не знаю, что-то знаешь, как-то стрёмно было. Мужики, кто в школе помнит фрустайл с кактусом? Ох, ебать! Вот это ты нас... Вот это ты мне... У меня аж олдскулы свело. Да. Окей, let's так, все, останавливаюсь, сейчас буду разгружать. А не буду итак, разгружать у меня. А у меня не разгружаются, тогда присоединяйся ко мне, Валер, разгружай, у меня не разгружается. Проверяй. Этот не разгружается, а вот этот разгружается. Опять ловушка Джакушкера, я присоединился к Николаю, а дальше ничего не могу проверяй, сделать. Проверяй, деньги идут? Так, а в процессе же нет, самое, или, да. Нет. Ну да, деньги идут, заебись. Вот ничего не будет. Сейчас еще на два вагона. Еще на два вагона протащи, еще два вагона разгрузим. Ну да, наверное, даже отцепляться не будем, уже все. Уже сегодня поиграли за две недели. Смена закончилась, ну да. Пофиг. Проскайпер. А мы вас сколько там сели, часов 9. Завтра? Что завтра? Вчера сели во сколько? Часов 9. Завтра 10. Это уже сегодня. Вчера это уже вчера было. Завтра уже сегодня, это мы просто еще вчера. Да, а сегодня уже вчера. Да вы за... Я нихуя не понимаю, расскажи. Если что, я хочу сейчас просто лечь и умереть. Часов на 16. Ладно, мне надо 16. Так, тендер тоже зажми. 15. Так. Ну что ж, друзья. Надо затормаживать. Вот такая вот, да я на всякий случай. Ну, а если тендер отвалится? Нет, надо затормозить все. Бесишь. Что, ты паровоз не заторможил? Проверь, кран здесь. Он... Подожди. Кран заторможен. Ну, все, я ручной. Тендер просто затормозил. Колодки по первые две оси поставлены, по две ведущие оси какие поставлены. Тормозные башмаки. Башмаки, трава, башмак обычный, обувной кожаный. Трава, башмак. Тормозные тапки, да, положены. Тысяча. Рельсы загнул в сторону. Тормозной магистраль, это самое, продули, выпустили воздух. Да я все сделал. Главные резервуары. От конденсата. Все похвастались умом. А пар из паровоза выпустить. Да, пар из паровоза. Алкоголь из коляна выпустить. Алкоголь в коляна в конце смены наоборот заливать надо. А, ну да, это опять традиция.